А теперь к данным по заболевшим коронавирусом. За сутки в Тюменской области зарегистрировано 45 случаев заражения COVID-19. Всего с начала пандемии 7865 заболевших. Такие данные передают сайт штаба stopcoronavirus.rf. В России за сутки 4952 положительных теста, выздоровели 5464 пациента. На Ямале за сутки 46 новых случаев, в Югре 68 и 2 летальных исхода.